нас новый день и завтрак. Мы с Альтаир кушаем кашку овсяную. Мы сегодня решили остаться здесь, у детского бассейна. Привет, Анеля! Это большой пиратский корабль, здесь маленький детский пиратский корабль. Приедет Данеля. Я иду на эти горки. Вот такая горочка. И вот такая. Hi. Gentlemen, welcome to Turkey. What is your name? Darina. Welcome to Turkey, Darina. Hoş bulduk. What is your name? Long Beach Hotel. I am Isa. My name is Isa. Cool. We are from Kazakhstan. Kazakhstan, oh, komşi. Yes. Сюда можно, да? Yes. Опа. Пришли на пляж, чтобы дети поиграли. Игрушек у нас с собой нет для песка, но это им не мешает наслаждаться Средиземным морем и песочком. Очень классно, что здесь нет проблем с лошадами. Мест очень много, как на бассейнах, так и на пляже. Пришли домой и подумали, что, оказывается, да, мы проголодались. Очень удобно, что в любом месте есть вот такой бар, где можно поесть. Вот что у нас сегодня на обед. После дневного сна мы идем с детьми на детский бассейн. Мне кажется, самый красивый бассейн это здесь. Вот здесь очень красивый вид. Подпустите!
самое классное время для купания – это после 5 вечера. Когда вода уже нагрелась, и людей мало. О, класс! Кстати, этот бассейн очень теплый, потому что он целый день под солнцем. Все, Оскар, хорошо? Поэтому я буду точно мясо там готовят, да? А как тёпит, как донер нельзя. Пойду посмотрю, что там. Готовят всякие вкусняшки. Тут готовят донер. И вкусняшки, по которым я буду скучать. Очень вкусно все. И вот это. И все, и все. Такая музыка. Видите, мне классно понравилось. Даже не съешь все. В конце консервированный. А это кажется, как у нас в балсах. Медь. Сладкий я попробовал. Там два. Балсах полностью меди, внутри тоже мед. Здесь сироп. One beer, please. Of course. Вкусненько? А, нет, да. Вкусненько. И сейчас идем мы. Куда идем? Погулять. Погода классная, шикарная. Сегодня увидела, что здесь есть свой подземный переход. Вот он где находится. От гармонии. Справа получается. На первом и на втором этаже есть номера за дополнительную плату с выходом на свой бассейн. Крутая лестница. А что тут за номер? Ладно, в итоге оказалось, что это тот же самый переход, просто здесь вот дополнительная лестница была, я не знала. Мы на этом лифте возвращаемся домой. Либо можно вот так пройти и там подняться на лифте. Это один из моих любимых бассейнов с морской водой. Стой, стой, стой. Смотри, смотри, быстро. Ну ты предупреждай заранее, буду нажимать. Мы тут пытаемся сделать фото вчетвером.
Смотрите, какое небо красивое. Обожаю такие вечера. Два, три, четыре, пять. Лучше не двигаться, шесть. Опять опоздали. Семь, восемь, девять. Ой-ой-ой. Если честно, я уже забыла, какой сегодня день отдыха у нас. То ли четвертый, то ли пятый. Говорят, что отдых замедляет время. Может быть, замедляет, но счет теряется дней. Вот такая красота. Ну, такой дождь так бывает. Почему мы иногда вдвоем? Короче, пойдем. Мы идем сделать фоточки. Ноги будут сейчас все в песке. Амелия сейчас поедет на тарзанке, зиплайн. Привет! А если мы упадем? Не упадем. А почему тогда нам садиться? Амелия, идем кататься с зиплайна. Да. Нам нужно очень высоко подняться туда, где написано зиплайн. Садись. Садиться? Да. Не, вот здесь держать или здесь? Бурда, бурда. Прокатились. Долго готовились, прокатились так быстро. Хот падмба? Надма? Шкене хот падмба? Шкене. Ура! Сегодня пластинское шоу. Одна остаться, но снять, а стрёмно одной оставаться танцевать. Вот. А так здесь есть и как для семейных людей развлечений и отдых, так и для молодежи. Ночной клуб до 3 утра. Вы понимали, время 10:34. И вот что творится на улице. Эх, хочется запечатлеть этот момент в памяти и когда надо, раз, включить и посмотреть. Ну, в принципе, я для этого все и снимаю на камеру. Я сейчас реально потанцевала минут 30. Ночной клуб нам, конечно, не светит после 11:30 с двумя детьми, но хотя бы, когда живая музыка, это классно. Подвигаться, потанцевать перед сном. Вот, потанцуем другой. И сейчас посидим, помонтируем видосики на таком красивом балкончике. Кстати, вот здесь вот главная дорога, по которой мы приехали. Это скоростная магистраль, насколько я понимаю, потому что скорость очень большая. В общем, там машины ездят на очень большой скорости. В первую ночь я еще не легла спать, услышала, как стукнулись две машины, к сожалению. Потом приехала скорая. Звук был очень громким и устрашающим.
за окном плюс 26. Класс. Поздар, шоколад казахстанский. Аэропорт Анталии. Ужас.